Итак, я решил взять замок Саватор, напасть на замок Саватор. Ага, Донован. Хорошо, можешь идти. Я же говорю, бегай туда-сюда. Бегай, бегай. Ну, посмотрим, что из этого получится. Да подумал, почему бы и нет, собственно говоря. Почему бы мне и не занять замок Саватор? Господи. В чем проблема? Ну подумаешь, брошу этот замок там, пусть они там осаждают, бегают вокруг него. Буду вокруг него бегать тоже и вылавливать их по одному. Они будут брать замок Саватор, я буду брать замок Саватор, и нормально будет, все хорошо. Никаких проблем ни у кого не будет. Ага. Всем будет чем заняться. Я, например, не собираюсь. Копейщик ветеран, наемный мечник. Наемный скаут, пендерский конный воитель, имперский, вот понятно, что легионер, равенстернский гвардеец, пендерский бронированный, вот так вот будет. Сейчас этих ребяток, я наверное вот всех их скаутов, все это вот короче так вот. Подъеду к замку, посмотрю, что там творится. Ну, тогда уже буду решать. Наверное, всех этих пендерских я опущу вниз. Подниму вверх пехоту. И, в смысле, не пендерских, а наемных этих всадников. Потому что они как-то как пехота, они трошечки бесполезны. Ну, кто это тут бегает? Шабаш, а это кто у нас тут? Ага. Кто он такой, а? Кассий. Ну я рискну, я не знаю, может сейчас они прибегут. А, они там бьются с кем-то. А ну-ка посмотрим, с кем они там бьются. Может надо помочь? Кого-то они там убивают. Наверное, Кадана, Бахадура. Ну, их тут 600 человек. Худо-бедно. Откуда их столько взялось? 600. 90, 180, да, 200, 200, 400. Ну, 600, не 600. Так нормально их тут. Это они убивают. Кого? Бахадура. На этих тоже 638. Если я сейчас улезу, то у нас будут варианты, да? Ну, я не знаю, сохранюсь и попробую лезть. Хоп. На помощь Калиф Тахир. У нас 813, а их 446. Атаковать всеми силами. Конница у нас будет сидеть верхом. И посмотрим, что там эти Калифы Тахиры. Пошли они в бой или нет. Давайте всех отправим в атаку. А вот ударников и лучников заберем с собой. Лучники и ударники за мной. Пойдем где-то так обойдем их немножко с лучниками и ударниками. Пусть они убивают сингалийских соблазнительниц. Алиса там кого-то оглушает. Сэр Алистер оглушен. Что император Мариус оглушен. Там император Мариус есть. Сэр Рейн оглушен. Оглушен Дешар Скорпион Ассасин, императорский гладиатор. Имперский гладиатор. Пойдем на горку, вылезем на эту, посмотрим, что там творится.
усаднички. Да, скачу саднички, не знаю, правильно я сделал, что слушали лес. Я не понял, ударник ушел. За мной, я сказал. Они бегают где-то, где попал. Не слушают. Кого-то убил. Сингалийский соблазнительница впереди поскакала. Всадник. Такие-сякие. Они там заспаунились еще? Нет. Мы их добиваем, что ли? Там будем по 60 человек. Их сколько? 400 человек бить. Ударники. Атаковать? Нет. Лучников мы что, всех потеряли? Угу. Центурион телевон теню. Так, все. У нас убито 10, у них 53, а у этих 81. Продолжить. Атаковать всеми силами. В общем, это, наверное, будет не очень интересно, вот это по 60 человек убивать. Значит, все идут в атаку, кроме лучники следуют за мной. И ударники следовать за мной. Все это будет выглядеть точно так же, как и в прошлый раз. По-моему, эти наездники ветра такая дрянь. Да, мы будем стоять здесь. И наши лучники сейчас потихонечку будут выстреливать. Конечно, это не те лучники, чтоб там выстреливали. Все-таки я им не даю стрелять, они за это время могли бы уже набрать, я не знаю, сколько очков стрельбы.
ударники. Атаковать и не стрелять. Сейчас спешусь и помахаю немножко кувалдой, чтобы кровь не застоялась. Да. Может, мне удастся кого-нибудь оглушить. Например, не получился. Примеров много, но этот именно не получился. Сейчас ему тут смирный бить наемным всадником. Ну, эти наемные всадники, вот как надо, не найдешь. Да, и как вы понимаете, что после этой битвы я, значит, опять буду атаковать замок Савотор. Все, мы победили. Итоги те же самые, 68 человек в них убито, продолжить. Но это будет еще 6-7 забегов. Поэтому я, значит, не буду снимать всю эту музыку. Тут ясно, что мы победим, и уже не очень интересно даже, как с каким счетом. В общем, я сейчас поставлю на паузу, а включу уже по факту. Так, ну, в общем, мы ожидаемо победили. Естественно, такое преимущество было. Ну, сколько-то тут я людей потерял, сейчас посмотрим. Рад видеть вас здесь, Вента. Да. Скалиф Такир. О, император Мариус, отныне ты у меня в плену. Легат Клеон, отныне ты у меня в... Дюкирас, отныне ты у меня в плену. Лорд Алус, отныне ты... Лорд Диодатус. Дюк Джастин, Джастус. Труба, 6 человек у меня в плену. Ха-ха. Так, местник. Дешар воин. Дешар местник. Ага, хорошо. Еще у меня здесь куча пленных. Ну, сейчас я еще возьму замок. О, это будет что-то. Да, смертные империи. Не понял. А че он такой? Какой-то не такой. А ты какой-то не такой. А? Что ты трогаешь рукой? Джаха Дешар. Интересно. 40. А давайте возьмем, посмотрим, что это за Джаха Дешар. Наездник Копыли возьмем. Благородного Рейдера возьмем. Ну, поклонника возьмем. Воина Кобры возьмем. Воина Культа Змеи возьмем. Последователя возьмем. Дешар Дервиш Рейдер, кавалеристка, пендерский пехотинец, синалийский копейщик, член, вор, налетчик в Айнскере, ну вот мечник, воин, ну а что еще, копейщик, соплеменник, разбойник, бандит. А ну, бандит тот, что нам надо. Да, бандит то, что нам надо. У меня 265 воинов. Это достаточно много я потерял людей, конечно. Готово управлять инвентарем. Ну, что тут инвентарь? Самый главный инвентарь я уже взял. Это те ребята, которые сидят у меня в плену. А.
ухожу. Что-то я не понял, что это за глюк такой. Пустынный лучник Дешар Дервиш. Гвардеец. Воин Кобры. Последователь культа. Дешар. Охотник племени. А, наемный мечник. Наемный скаут. И наемный скаут. Наемный всадник. Да, вот это, короче, меня это самое, да. Сохраняемся. Почему-то начинает сильно глючить игру, я не понял. Это потому что императора Мариуса взял, или вот эти ребятки, компания искатель шейха Шалавана. Тут начинает глючить сильно. Тормозит игру прям вот. Замок Саватур. Прям это самое. Тормоза такие, что я не знаю, что делать. Это будет очень маленькая серия такая. Это, наверное, я не знаю. Ну сейчас. Я не знаю. Ага. Ну я не знаю, что это было. Ну, короче, может какие-то системные события. Может тут в игре что-то, вот эти шалаваны какие-нибудь. Ага. Ну я буду атаковать замок Саватур и захвачу его, короче. Все. Не сниму осаду. Я, наверное, всадников все-таки опущу ниже. Ниже. Вот этих всех всадников. Пусть и тут ассасины, пикинеры, смертные империи. Вот так вот. Сохраняюсь и начинаю атаковать замок Саватур. Осадить замок. Лестницы. Приступить. Да. У них дух упал. У имперских пехотинцев, легионеров. Разбойники освободились из плена лорда Галуса. Так, начинаем штурм замка. Все идем в атаку, кроме лучников. Лучники наступают. Наступают. Остальные все пехота атаковать. Конница. Атаковать. Когти. Атаковать. Ударники. Постоите здесь. Пока что. Пока. Рекрут застрельщик. Убит. Бронированный лучник. Имперские пикинеры, короче. Пендерские бронированные убивают всех подряд. Хорошо, они умеют убивать этих каких застрельщиков и рекрутов. Лезли снайпер. Если снайпер выстреливает, он метится, выстреливает. Ава. Надо бы им получше луки. Конечно. Да. Ну, в общем, мне там тоже, по-моему, за 300 уже давно завалило. Я не знаю, что там у них. Со стрельбой надо будет посмотреть, что у них там со стрельбой. На второй, третий. Уидиза. Дива Воденса нашел там. Не понял. А что там у нас пехота? Атакует? Нет. Атакует. Все, погнали атаковать. Что там? В чем дело? Я не понял. Почему мы теряем лучников? У нас никому атаковать. Вот в чем проблема. Сейчас конница и пехота пошла атаковать. И сейчас только если конница и пехота прорубится, значит, во двор,
А мы туда пустим лучников. Они нифига не прорубаются. Имперские бронированные арбалетчики убивают их подряд. Лучники, атаковать. Когти, атаковать. Ударники, атаковать. И не стрелять. В конце так концу. Имперские арбалетчики. Легкие пехотинцы какие-то убивают. Тяжелые пехотинцы. Бронированных лучников бывает в салоне тяжелые пехотинцы. Ну вот пошли сейчас имперцы, посмотрим. Эндерские бронированные. Украл стражи, убиваются. Что там? Пробились или нет? Да вроде пробились. Или еще нет? А, пробились. Легких пехотинцев. Сейчас я кого-нибудь побью. Я не знаю, может быть удастся же на этот раз хоть захватить с третьего раза замок. Какая у нас сильнейшая армия. Блин. А, вон они как убивают. Они, короче, тут стоят и пуляют на это все. А вы как хотите, ребят. Все. Стоят и пуляют. Вот как они убивают. Понятно это. Да, надо раскачивать себе лук. Это не дело, конечно. На осадах вот так вот. Что это? Заскочил, одного ударил и убили. Не. Нужен лук. Легкие пехотинцы эти. Убивают рекруты, ополченцы. Скинули они его с крыши. Они его не убили, просто скинули. Да что-то много, я что-то было их там немного. 119 или что человек уже убили. 137, 138. И еще 30 уже наспаунилось. Что-то чересчур их много, где-то их взялось. Не было истока здесь. Что это за рекруты ополченцы? Откуда они взялись? Что-то их 177, а было их там 119, а что? Может, я ошибся, может, было 199. Имперские легионеры, смертные империи, да, вообще ничего такая. Пехота, конечно. Без
Своего, конечно, сложно будет. Без своего рыцарского ордена сложно. Эти соколы, они, конечно, такие себе. Ну да ладно, для того замка эти соколы подойдут. Ну вот и все. Правда, еще сейчас придется брать эту... А у меня там вообще жизни нету. А, не, не придется. Мало пленных. Гвардеец. Пендерский бронированный. Солюнский. Легионер. Всадник. Нет, всадники не будут об это. Так, воин культа змеи. Миньон еретиков. Воин кобры. Поклонник еретиков. Сквайр черного сердца. Фюсвенская дева меча. Наездник пыли. Благородный кавалерист. Дворянин. Кавалеристка. Воин Вайнскери. Пилигрим. Пендерский новобранец. Пендерский тяжелый. Стражница. Солюнский алибарщик. Налетчик Вайнскери. Что еще тут у нас есть? Английская соблазнительница, всадники. Охотник племени. Отпускаем. Копейщик ветеран отпускаем. Дервиш рейдер, благородный рейдер. Стрелок Джаха Даха. Что тут еще? Владеец, воин, тяжелый пиковийский хром, страж. Смертный, имперский, имперский пилигонер, наемный мечник, наемный скаут. Наемный скаут, наемный всадник. Значит, кого-то надо отпустить, потому что здесь хорошие ребята есть, которых надо взять. Тут пошли благородные рейдеры, дервиши рейдеры. Кого мы можем? Солюнский, стражница, пендерский, пилигрим. Дешар благородный, фельдсвенская, миньон, бандит, налетчик. Бандит, это будет наемник. Давай отпустим бандита. Вор. Сингалийский копейщик. Отпустить. Трейдеры этих, целых куча. Благородных рейдеров. 9. Возьмем. Последователи культа змей, пустынные лучники, дервиши, копейщики. Ну, мы же кого-то сейчас должны оставить здесь, это самое. Последователи культа. Нанять последователей культа. Это будет воин культа змеи. А воин культа змеи у нас будет... Воин кобры. А воин кобры стоит недорого, но... Благородный авантюрист, дева меча, сквайр, миньон, налетчик, член гильдии. Ну, можно было бы налетчик кавалеристку отдать. Налетчика Вайнскери отдать, а взять этих культов змеи, отпустить. Культ змеи. Готово. Управление инвентарем. Ну, а что тут? Помятое, рваное, драное. Управляй, не управляй. Ну вот сейчас я захватил замок Саватур, посмотрим, что можно сделать с этим замком. Назад уйти. Наездник пыли. Я хочу назначить. Я хочу оставить, пока не услышу советы подданных. Некоторые бойцы готовы к повышению. Замок Саватур себе я буду оставлять. Зачем он мне нужен кому-то? Да, полностью под моим контролем. Ага, управление разместить гарнизон. И вот мы будем размещать. Последователь это воин культа змеи, солюнский альбарщик, воин Вайнскери, черного сердца, миньон, поклонник,
член гильдии, пендерский кавалерист, кадешар дервиш, рейдер, воин кобры, поклонник еретиков, наездник пыли, стрелок, пендерский сорленский пехотинец, сорленский воитель, горец Равенстерна, пендерский бронированный, вековийский крал стражи, имперский тяжелый пехотинец, равенстернский воитель, равенстернский гвардеец, митенхаймский регулярный пехотинец, вековийский кромстраж, смертный империи, имперский бронированный пикинер, имперский пикинер, имперский легионер. Ну вот так вот. Где-то так. Еще раз проверю, нету ли тут какой-то у меня пехоты не осталось. Наемные мечники. Это наемные скауты будут. Наемные всадники. Нет. Наемные всадники выше. Можно отдать еще пендерских бронированных каких-то лучников. Сюда. Вишу. Ну отдадим Машу пендерский бронированный. Пендерских бронированных. Отдадим пендерских бронированных сюда. Угу. Вот так. Сталинского лебарчика отдадим назад. Воин Ванскери. Заберем сталинский пехотинец. Отдадим сталинский воитель. Отдадим Морец Равенстерна. Отдадим. Крал Страж отдадим. Тяжелый пехотинец опять отдадим. Ну это я, чтобы поднять лучников вверх. Равенстернский гвардеец. Ага. Вот это. Ну и сейчас эти самые будут. Сейчас я скажу, чтоб набирал. Есть ли тут тренировочные площадки, я не знаю. Наверное, вряд ли. Надо будет их строить. За что их строить, непонятно. Пендерский бронированный, он будет вверху. Так, все. Готово. Управлять замком. Тут тренировочные площадки есть. Отлично. Ага. Войти в зал. Пендерские воители стоят. Леди Калантина, леди Аделина. Стойте здесь, пока не опухнете. Вы мне не нужны, разговаривать. Так, добрый день. Да, Ишу. Хочу военную комнату. Хочу создать рыцарский орден. А, надо 20 тысяч, у меня нету. Военную комнату, вещевой босс. Из ближайших деревень. Ага, хорошо. Спасибо, это все. С синешалем. Сейчас не время уйти. Все. Угу. Это работорговцы Красного Братства. 92 человека в замке. Саватур. Легат Клюон за 10 тысяч премиум предложение. Ради бога. В чем проблема? И посмотрим, значит, отчеты, недельная смета. Угу. Замок Саватур, ничего нету. Чистый доход минус 75 тысяч, прошлые долги 50 тысяч. И будут, ага, значит, в долгах как в шелках. Угу. Ну, тут я же говорю, осталось нам только это самое, пограбить кого, разграбить всю империю, пока эти сидят здесь у меня в крепости. Так, посещу таверну в Сарлеоне и начну грабить, ага. Как их называют, ну, имперские деревни. Я, правда, не знаю, точно ли, значит, Саватур этот
изначально имперский замок? Или это все-таки замок этих самых? Сорлеона. На торговую площадь торгуют с оружием. Нет, торгуют с разными товарами. Вот мы сейчас продадим вот эти все шапочки. Их нет. Разные товары. Эти драные щиты. Это вот 1300. Уйти. Я еду в замок Нудар, где буду, значит, ну, в общем, я могу сейчас заколотить в замке Нудар. У меня же есть 20 000. Заколотить этот самый орден. А надо ли он мне? Так, император Мариус, лорд Джастус, лорд Теодатус, лорд Талов, Люк Кирас. Короче, вся империя уже здесь сидит. Мой имперские легионеры. Почему я не отдал их? Пилигрим, Дешар дворянин, Дешар благородный, Фельсвейнская, Сквайр отступник, Миньон, член гильдии, кавалеристка остается, Дешар Дервиш Рейдер, воин культа змеи, воин кобры, поклонник, Дешар благородный рейдер, наездник пыли, стрелок Джаха. Вот, надо посмотреть, что это за стрелок. Открыть. Значит, что там, стрелок Джаха Дешар, говорить. Расскажи мне о себе. 320-350. Ну, такой себе стрелок, такой же, как и тяжелый этот самый. Бронированный. Продолжить. Разместить гарнизон. Джаха Деша. Надо бы его было поддать, наверное. Ну, ладно, отдать его пока. Пендерский конный воитель. Пендерский тяжелый лучник, наемный мечник, угоцу, наемный скаут. Ну так, и значит, мы возьмем пендерских бронированных лучников. 30 человек, нам, наверное, больше сейчас не надо будет. Всадники, наемные скауты, наемные мечники. Наемников у нас, конечно, стало гораздо меньше, и это, в общем-то, неплохо. Значит, возьмем вот это вот стрелок Джаха Дешах, Дешар, легионеры. Пендерский пехотинец, пендерский новобранец мы отдадим. Кавалеристка, значит, выше скаутов. Пендерские пехотинцы, пендерские наемные всадники. Ага. Вот они, наемные всадники. Заберем их. А может, их отдать? Наемные всадники отдам. Хоба, я на 2000 сразу упала. Не то самое. Пендерские кавалеристы. Возьмем пендерских кавалеристов лучше. Тоже человек 40. Пендерские новобранцы. Пендерские пехотинцы. Пендерские мечники. Где наши пендерские мечники?
пендерские воители, пендерские мечники. Значит, возьмем. Смотритель. Фрейлина. Из империи Бакус отдадим. Пендерский лучник. Фельдсвейнский. Бронированный секирщик. Благородный. Смотритель. Хускарл. Тяжелый. Легкий. Равенстернский рейнджер. Секирщики. Воины. Ополченцы. Новобранцы. Равенстернские. Провидица. Заберем. Провидица. Фаворитка. Заберем. Конник. Вековийский. Вековийский рыцарь. Равенстернский стрелок. Фрейлина, Фрейлина из Фетвейна, воин Вайнскери, рыцарь, вор Красного Братства. Перский рыцарь, Магнус, наездник пыли, Равенстернский всадник, Марлеонский рейнджер, застрельщик, воин кобры, Миттенхаймский искатель приключений, воин, воин Мглистых гор, Сальонский рыцарь. Вымлистый гор. Дешар. Искательница. Член Еди. Ага. Рыцарь Сокола. Шериф. Воин культа змеи. Городской ополченец. Ну, я не знаю. Может быть, мне сделать здесь другой этот самый рыцарский орден. А в следующем вот этом замке, в Саваторе, в этом, вернуть тот, этот самый орден. Зачем мне... Ну, надо заплатить 20 тысяч. У меня их нету. Наверное, я подожду все-таки с этим. Подожду. И, значит, сейчас все будет крутиться около этого замка Саватор, конечно. Тут сейчас я буду воевать с этими ребятками, которые будут прибегать, если они будут прибегать. На самом деле, я сейчас буду грабить, конечно, их деревни. Да, сейчас вот у меня отряд такой, вот такой-сякой. Наемный скаут, наемный всадник. Наемный всадник туда выше. Пендерские кавалеристы. Ну так вот я же говорю. Сейчас кого-то я скину, там оставлю. Этих легионеров. Зачем-то их таскал с собой. Ну такое. Итак, да, это все будет, 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 будет. Ну уже это будет, вы сами понимаете, в следующей серии. Да. А пока что все.